14 февраля, 8 марта – день рождения любимой женщины, девушки, мамы. В эти дни кто-то будет ломать голову над подарком. Кто-то купит срезанные цветы, некоторые будут оригинальными и подарят живые цветы в горшках, которые пополнят и без того большую коллекцию комнатных растений хозяйки. И вот тогда ваш подарок станет самым запоминающимся и необычным из всех, если этот подарок – кованая стойка для цветов. Стойка является отличным вариантом для озеленения дома, квартиры или балкона. Особенно если для ваших многочисленных цветов уже не хватает места на подоконнике. Расположены на ней растения, хорошо видны, не мешают друг друга. За ними удобно ухаживать. Количество корзин может варьироваться от 3 до 9. По многочисленным просьбам посетителей нашего сайта мы создали отдельную коллекцию подставок для цветов с покраской под бронзу. Эти подставки отличаются от других, увеличенные вдвое толщиной прутка, из-за чего подставка значительно прибавила в весе, и уже ни кошечки, ни вашей собачки ее не свалить. Стойки для цветов этой серии декорированы цветными камнями. Кованые элементы и металлический каркас, изготовленный из цельного прутка, несравнимо прочнее деревянных стоек, подставок из ДСП и металлических трубок от других производителей. Соответственно, можно украшать комнату более массивными и тяжелыми растениями, не теряя возможности их перемещения. Декоративная ковка остается актуальной во все времена, независимо от кратковременных модных веяний. И, конечно же, низкие цены в магазине Хитсад на все подставки для цветов, а также постоянные акции и распродажи. Заходите к нам в гости!